Национальный конгресс по энергетике за всю историю проведения успел перерасти из обычной профильной конференции в огромную площадку для диалога между учеными, представителями госструктур и реальным сектором экономики. Свои разработки, идеи и просто взгляды на будущее российской энергетики здесь представляют как именитые профессора и специалисты, так и молодые ученые со многих уголков России. Всех их объединяет одно. Для нас это, во-первых, показать наши решения в области информационной безопасности для энергетиков, соответственно. И второй немаловажный аспект – это как бы признание того и понимание того, что руководство энергетики начинает обращать на эту область пристальное внимание и понимает ее важность. В первую очередь, приобретение новых знакомств, в принципе, показать разработки нашего предприятия тоже значительно для нас. Высоко ценят проведение конгресса и в правительстве республики. Вопросы энергетической безопасности, вопросы развития промышленности для нас очень важны, потому что мы очень много вкладываем в экономию развития развивающихся производств. При этом, при всем, мы всегда в поиске новых технологий и обмен опыта, нашего опыта с другими субъектами, привлечение талантливых людей из других субъектов, которые также продвинуты в этом направлении, для нас очень важно. Национальный конгресс по энергетике продлится 3 дня. За это время участники надеются не только узнать много нового, но и увидеть, так как многие впервые в Казани. Александр Александров, Ленардо Вельтьяров, Юниор Ньюс.